Это нужно срочно менять. Я соответствующие поручения все дал. До 1 июля должен быть разработан механизм. Механизм выделения участков. Механизм выделения участков, он потребует изменения законодательства. Поэтому на ближайшую сессию Заксобрания с такой инициативой мы выйдем, чтобы механизм предоставления участков был максимально прозрачный, справедливый и обеспечил возможность планирования очередности получения земли.